В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Мария Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Налоговый вычет. Как вернуть часть денег, потраченных на покупку квартиры или оплату образования. 3 фестиваля за 2 месяца. Художественная галерея возобновила кинопоказы. 3-й на полумарафоне. Саровчанин принял участие в забеге «Золотые ворота». Далее расскажем обо всем подробно. Практически любой гражданин Российской Федерации имеет право получить налоговый вычет за покупку жилья. При этом не имеет значения, купили вы квартиру на собственные средства или в ипотеку. Главный критерий – уплата налогов в России. Долю ваших налогов и готовы вернуть государство в качестве вычета. Кроме того, можно вернуть часть денег, потраченных на лечение или обучение. Как это сделать и кто еще имеет право на налоговый вычет, расскажем в следующем репортаже. Если вы работаете официально, то каждый месяц платите по 13% от своей зарплаты в виде налога в бюджет. Государство может вернуть вам эти деньги, если вы купили жилье, заплатили за лечение или образование свое или членов семьи. В течение года работодатель, налоговый агент, удерживает 13% из дохода гражданина. А по окончании года данные средства, которые у него были удержаны, да, налоговым агентом налоговой инспекции, возвращают их на расчетный счет. Вернуть деньги можно за 3 предыдущих года. Вы можете одновременно заявить вычет по разным видам социальных расходов – на обучение, лечение, добровольное страхование жизни. Суммарно можно вернуть до 120 тысяч рублей. В качестве имущественного налога – до 3 миллионов рублей в год. В налоговом периоде не всегда удается использовать имущественный налоговый вычет, связанный с приобретением жилья. Поэтому остаток имущественного вычета переносится на следующие налоговые периоды. После того, как физическое лицо использует имущественный вычет полностью, повторное предоставление вычета не допускается. Чтобы оформить налоговый вычет, необходимо подать документы, которые подтверждают ваше право на него. Перечень того, что нужно собрать в каждом отдельном случае, можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы России. Подать заявление и получить вычет можно в налоговой службе или у работодателя. Работодатель предоставляет вычет, начиная с месяца, в котором обращается физическое лицо с документами. То есть работодатель не будет удерживать налог на доходы физических лиц каждый месяц. У работодателя налогоплательщик будет получать вычет постепенно с каждой зарплатой. В инспекции перечислят всю сумму сразу. Сотрудники налоговой службы за 3 месяца проведут камеральную проверку. После, в течение месяца, деньги зачислят на счет, который указан в заявлении. Начались работы по ремонту участка дороги на улице Московской от пересечения с улицы Зерновой и до торгового центра Плаза. Этой осенью там заменят более 3500 квадратных метров дорожного полотна. Сумма контракта превышает 4,5 миллиона рублей. Деньги выделены из областного бюджета по государственной программе развития транспортной инфраструктуры. Большая колейность и многочисленные выбоины. Участок проезжей части по улице Московская от торгового центра Плаза до перекрестка с улицы Зернова давно вызывает нарекания у автолюбителей. Поэтому во время общественных обсуждений и онлайн-голосования в январе этого года жители города из 7 участков дорог, ремонт которых может быть профинансирован из областного бюджета, выбрали именно этот. На некоторых участках автомобильных дорог, которые входили в результаты голосования и не победили, значит, по итогам, тоже ремонт, ну, частично выполнен. На улице Садовая, улица Большая Коммунальная, в некотором объеме ремонт произведен тоже. В середине сентября настал черед и участка на улице Московской. Ремонт дороги делают в рамках государственной программы развития транспортной инфраструктуры. На данный момент производится фрезерование старого покрытия. Далее будет укладка выравнивающего слоя и устройство покрытия автомобильной дороги площадью 3684 квадратных метра. Генеральным подрядчиком выступает дорожно-эксплуатационное предприятие. Сумма контракта составляет 4 миллиона 550 тысяч рублей. В соответствии с графиком производства работ, у них вот графики до 15 октября, конечно, они сдадут, может быть, пораньше, где-то, может, конец сентября это будет. Департамент городского хозяйства продолжает работу по включению участков дорог, которые требуют обновления, в другие адресные программы ремонта дорожного полотна. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.
365 миллионов рублей в следующем году планируют направить на реализацию программы поддержки местных инициатив в Нижегородской области. Конкурс по отбору проектов планируют объявить уже в ноябре. Напомним, финансирование по этой программе происходит в основном из регионального бюджета. Часть денег дает город, часть выделяют спонсоры. Кроме того, основное условие – участие, в том числе и финансовое, жителей. Подробности можно узнать в департаменте городского хозяйства или у депутата по своему округу. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Отопительный сезон в Нижегородской области стартует 17 сентября. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мялик-Гусейнов на своей странице в Инстаграм. Первыми в отопительный сезон начнут входить социальные учреждения, школы, больницы, сады, стационарные организации. По словам Давида Мялик-Гусейнова, первые пробные пуски тепла уже начались. Специалисты коммунальных служб проверяют стабильность системы. Где-то необходимо проводят экстренный ремонт. Саровские байкеры готовятся к закрытию сезона. Отметить это событие участники мотоклуба «Вагамонт МС» намереваются в следующую субботу, 26 сентября. Перед тем, как поставить свои байки на прикол, они проведут мотопарад. Заезд стартует от клуба «Вагамонт МС» по адресу улица Железнодорожная, 12, в 16 часов. Далее колонна мотоциклистов проедет по главным улицам города. Горячая телефонная линия по вопросам противодействия коррупции пройдет во вторник, 22 сентября. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. По телефону горячей линии 8 831 225 80 87 граждане смогут сообщить информацию о неисполнении или недобросовестном исполнении служебных обязанностей государственными служащими, нарушениях требований к служебному поведению, случаях конфликта интересов и превышении служебных полномочий. Обязательный масочный режим и справки об отсутствии COVID-19. Эксперты рассказали, какие ограничения из-за коронавируса действуют сейчас в регионах России. В большинстве все еще принят масочный режим, как минимум на законодательном уровне. В некоторых местах требуют носить еще и перчатки. Такие правила в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Алтайском крае, Брянской области и других регионах. Надевать эти средства защиты в общественных местах рекомендуют власти в Севастополе, Адыгее, Иркутской и Оренбургской области. В Курской советуют носить перчатки, в Орловской нужно надевать их в транспорте. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продолжает действовать в десятках областей. Основной вопрос, который волнует гостей из других стран и субъектов РФ – придется ли сидеть 14 дней в самоизоляции? В Алтайском крае двухнедельный карантин таким гражданам рекомендован. В Амурской области обязательно для прибывших из-за рубежа. Похожие правила в Архангельской, Брянской, Кемеровской, Ярославской, Курской областях, Мордовии, Удмуртии, Хакасии, Перми. На Сахалине, в Башкортостане, Чечне, Якутии, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Смоленской области отправиться на самоизоляцию придется даже гостям из других регионов нашей страны. В Карелии и Ульяновской области карантина для жителей других субъектов РФ не предусмотрено. Но приезжие все равно должны сообщить о себе местным властям. Есть регионы, отправляясь в которые, нужно получить справку об отсутствии COVID-19. Она потребуется тем, кто едет в Архангельскую область, на Камчатку, Чукотку, в Новый Уренгой. За минувшие сутки в России выявили 5762 случая заражения. Из них 166 в Нижегородской области. В Сарове диагноз COVID-19 подтвердили еще у 19 человек. 31 человек госпитализирован в КБ-50, 21 в состоянии средней степени тяжести. Выставка овощей и фруктов, концерт, поздравления и непринужденная беседа. В Совете микрорайона номер 5 торжественно подвели итоги лета. На празднике побывала наша съемочная группа. На столе яблоки, виноград, баклажаны, тыквы, помидоры. Все эти овощи и фрукты вырастили на своих огородах пенсионеры города. Каждый год в начале осени Совет ветеранов подводит итоги лета. Среди фруктов и овощей на столе можно увидеть замороженные, сушеные, маринованные грибы. Их собрала своими руками в Саровском лесу Вера Ульянова. По ее словам, в этом году грибов было немного. Год такой необычный у нас. Но в июле я постаралась, потому что сын у меня живет в Канаде. И самым лучшим подарком для него – это грибы. Мы готовим грибы здесь всегда. С удовольствием ветераны пробовали и хренадер Светланы Клеменовой. Женщина готовит его для супруга. В этом году она решила попробовать сделать это блюдо по новому украинскому рецепту. Помидорки надо ошпарить, шкурку очистить, прокрутить через мясорубку. И из расчета 2 килограмма помидор, 100 грамм хрена, тоже через мясорубку, и 100 грамм чесночка, тоже
через мясорубку, 4 чайных ложки соли без горки и 3 ложки сахара без горки. Все размешать и все. Но это будет очень острый. Мужчины такое любят. На протяжении всего вечера ветераны наслаждались общением друг с другом, делились впечатлениями об урожае. А после всех гостей пригласили на праздничный концерт. Для них его подготовил творческий коллектив «Улыбка». Хорошее настроение – это немаловажный фактор, именно как один из показателей уровня жизни людей. Если люди унылые, ну, представьте себе, значит, их что-то тяготит. А когда пусть даже тяжело живется, но когда у человека вот такие песни послушают, они сразу же, у них настроение повышается. А это что? А это, так сказать, моральный фактор у людей появляется. Следующая встреча в Совете ветеранов состоится в октябре во время декады пожилого человека. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». В художественной галерее этой осенью стартует сразу 3 фестиваля. В сентябре зрители могут посетить арт-лекторий и посмотреть короткометражки, заявленные на фестиваль уличного кино. Затем горожанам покажут фильмы о женщинах во время Великой Отечественной войны. Что еще художественная галерея подготовила для саровчан, расскажем далее. 3 фестиваля за 2 месяца. Кинозал художественной галереи возвращается в привычный режим работы. 19 сентября там стартует фестиваль уличного кино. Зрители смогут посмотреть серию короткометражных фильмов. Начнут их показывать с 15:00. Этот проект уже не первый год проходит у нас в стране, проходил всегда с широким масштабом, но уже вот второй год подряд с уличных площадок он переместился в закрытое помещение. В прошлом году мы впервые участвовали в этом фестивале, но, правда, летом, в июле. В этом году вот все сдвинулось на сентябрь. С 21 по 25 сентября в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет фестиваль «Женское лицо». Войны. Для малышей в возрасте от 6 лет покажут фильм «Сестренка». Зрителям от 12 художественные фильмы. «А зори здесь тихие», «Битва за Севастополь», «Неженское дело», «Зоя», «Коридор бессмертия». Этот фестиваль инициирован Нижегородской женской организацией, поэтому фильмы, которые в нем собрались, так или иначе представлены женской темой и судьба женщин, которые, на долю которых пришлась война. Закроет серию фестивале «Нижегородский кинограф» фильмом в студии «Нижний». Его покажут 8 октября в 18:00. Более подробно о фестивалях можно узнать в группе ВКонтакте художественной галереи или по телефону 702-87-664-09. Для зрителей старше 12 лет. Полумарафон «Золотые ворота» прошел в сентябре в Казани. Это одно из крупных спортивных событий в нашей стране. В этом году саровский легкоатлет Максим Кистанов впервые принял в нем участие. О достижениях нашего спортсмена расскажем далее. 1:12:26. Такой результат показал легкоатлет Максим Кистанов на полумарафоне «Золотые ворота» во Владимире. По итогам соревнований спортсмен пришел к финишу третьим. К забегу он готовился несколько месяцев. Его соперниками стали лучшие легкоатлеты России. Чтобы попасть в тройку призеров, Максиму пришлось бежать быстрым темпом, не отставая от группы спортсменов. На 15-16 километре группа начала убегать от меня, но я их отпустил, потому что уже темп такой серьезный был для меня. Но когда мы вот развернулись, там под финиш где-то 3 километра гора, я вот потихоньку, вот ближе к финишу, начал уже их подбирать. И вот где-то за километр я уже вышел в третьем. Трасса, по мнению Максима, была простой, но сложности на пути все же случались. Погода сменялась быстро. То сильный ветер дул в спину, то солнце пекло в голову. Но Максим считает, что капризы природы не так важны. Главное при забеге – правильно распределить силы и темп. И тогда точно все получится. Надо свои силы распределять, начинать более спокойно, если соперники так позволяют, а потом уже наращивать преимущество. Также на соревнованиях во Владимире Максим Кистанов стал первым в своей возрастной группе. Своими результатами спортсмен остался доволен. Беговой сезон саровчанин закроет в столице Татарстана 11 октября. Там пройдет традиционный массовый забег «Тамерман». Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.